Кого ожидаешь? Кого ожидаешь? Фамилия отчество. Мое? Да. Александр Григорьевич. Александр Григорьевич. Кого ожидаешь? Понятно. Кого ожидаешь? Понятно. Запись веди. 7.06.14. Адрес Артюхина 11, корпус 4, квартира 5. Кого ожидаешь? Кого писать? Кого ожидаешь? Парнишка. Парнишка. Сколько лет парнишке? 16. Точно? А если подумать, сколько лет парнишке? Да, он сказал, что 16. Открываем переписку, читаем, пожалуйста. Открываем переписку, читаем, пожалуйста. Сколько лет парня? Читаем. Вверх-вверх поднимай. Самый верх поднимай. 16. Где? 17. 16 почти. То есть на данный момент молодому человеку 15 лет. Кто такой Илья? Поясните. Илья, ну... Поясните, кто такой Илья? Был один парень. Был один парень. Сколько парню лет? 15. 15 лет. Действия сексуального характера совершались над ним? Нет. А если подумать? А если подумать? Хорошо подумать. Совершались? Да. Совершались. Громче скажи. Да, совершались. Совершались. На каком основании? Вы были в курсе, что ему 15 лет? Да, я был в курсе. Ты был в курсе. Сколько лет вам? Мне 25. 25 лет. Паспорт ваш можно, пожалуйста? Так, а медикаменты вот это вот откуда? Ну, я болею. Запрещенные почти. Есть? Нет, у меня только вот в основном антибиотики, но они, правда, дают сейчас по рецепту. Ну ладно, рецепт есть. Давай паспорт. Неси. Обратим внимание, вы то, что вам грозит за данное правонарушение, осведомлены с мерами? Да. С мерами. Статья 132, 134. Отрицать будете? Отрицать будете? Оно мне поможет. Ну, я думаю, нет. Будете отрицать? Нет. Не будете отрицать. Так. То есть... Есть возможность на первый раз? Тем, нет, нет возможности. Тем, что вам вменяют, вы согласны. Молодой человек был, действия сексуального характера совершались. Ожидаете второго, правильно? Ну, правильно. Я не говорил, что я с ним собирался совершить. Ну как, вот переписка, все переписка видно. Переписка есть, надо переписка пригласить. Есть. Переписка есть, все видно. Но я ему не переписку говорил, вел что я с ним лично. Собираюсь. Переписку вел я лично. Илья готов подтвердить все, что происходило. Так, ладно.